Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Алексеем Русских посетила 15-й международный форум и выставку «Транспорт России» в Москве. Транспортная неделя 2021 – это главное отраслевое событие страны, в рамках которого состоялся целый ряд мероприятий по проблематике транспортной отрасли. Форум ежегодно проводится Министерством транспорта Российской Федерации и демонстрирует лучшие достижения отрасли в стране. Наша команда, которая сегодня здесь работает, перед ней поставлена очень амбициозная задача провести переговоры практически по всему спектру направлений, которые мы реализуем в регионе. Прежде всего, конечно, это развитие дорожной инфраструктуры. Перед регионом стоят задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным. До конца 2024 года не менее половины сети областных дорог и не менее 80% дорог Ульяновской городской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям. Поэтому наша задача сейчас сверить часы с Минтрансом, с Росавтодором, подписать необходимые соглашения, в соответствии с которыми в следующем году Ульяновская область получит дополнительные средства на выполнение всех мероприятий. Кроме этого, запланированы встречи с авиакомпаниями, которые летают из Ульяновска в разные города нашей страны. По итогам 2021 года Ульяновская область достигнет показателя более 500 тысяч авиапассажиров. Наибольший показатель для нашего региона составлял 600 тысяч пассажиров, перевезенных авиакомпаниями еще во времена СССР. Мы ставим перед собой амбициозную задачу уже в 2022 году перевести не менее 550-570 тысяч. Поэтому нам важно сохранить и ту маршрутную сеть, которая у нас есть. Кроме этого, также мы планируем дополнительно несколько рейсов открыть в 2022 году. Вот этой работой мы здесь и занимаемся. На транспортной неделе был проведен еще ряд успешных деловых встреч. Диалог с Федеральным агентством водных ресурсов был посвящен работам по расчистке русла Свияги. Встреча с руководством ОАО РЖД касалась сохранения пригородных железнодорожных перевозок. Другие встречи ульяновской делегации были направлены на привлечение дополнительных средств в регион, сохранение и утверждение обязательств и лимитов, определенных для Ульяновской области в государственных программах и национальных проектах. Валентина Никонова, Олправда ТВ.